Всем привет! Сегодня мы выезжаем на соревнования. Правда, я немного опаздываю, так что нужно поторопиться. Пожелайте удачи, нам она понадобится. Итак, мы отправились на турнир имени Бессонова, который традиционно проводится в дюж города Лебедянь, находящемся на территории Липецкой области. Сегодня у нас день опробования снарядов, так что мы отправляемся в зал. Прокатим программу, которую подготовили для выступлений, сделаем небольшую подкачку и отправимся отдыхать. Ну да, вот. Небольшой момент. Дело в том, что я забыл зарядить камеру перед съемкой дня приезда, и аккумулятор почти разряжен. Так что некоторая часть видео была снята на вот этот телефон. На этот турнир мы отправились в неполном составе. Выступали только Данил и Егор по программе первого взрослого разряда. Ну что, как оцениваешь свои шансы на эти соревнования? Ну, я думаю, в тройку попаду я. А Брусья? Что про них скажешь? Я вот сегодня смотрел, брусья не особо у тебя получались. Дома ты делаешь одно, а здесь другое. Другие ощущения, другой снаряд. Короче, я видел, у тебя проблема большая с стипельтом. Вот значит, сделаем завтра так. Если ты его делаешь в комбинации завтра, с меня шоколад. Если ты его не делаешь, тогда с тебя. Давай? Хорошо. Ну вот еще один будет стимул, чтобы постараться сделать комбинацию. Ну, а у тебя какие тут дела? Ну, буду стараться, чтобы попасть хотя бы в тройку. Ну, прибавлять-то надо. Да. Видишь, элементов не хватает. Угу. Вот. Так что домой приедем, будем тренироваться. Ну что, пацаны, давай собираться. Пойдем покушаем и отдыхать. Готовиться к завтрашнему дню. Завтра очень важный день. Соревнования. Да. Есть волнение? Ну да, есть немного. Сильно? Соревнования покажут, кто есть кто и кто лучше всех тренировался. Да, так было, есть и будет. Соревнования всегда показывают, насколько хорошо ты работаешь на тренировке. Это своего рода экзамен для спортсмена, после которого, ну если, конечно, сделать правильные выводы, можно увидеть все минусы и плюсы и на основе этого провести работу над ошибками, которая поможет достичь хорошего прогресса в дальнейшем. Сегодня мы проводим открытое первенство, посвященное памяти нашего воспитанника, тренера, мастера спорта России Бессонова Александра. Он входил в состав сборной команды области по спортивной гимнастике, достойно защищая честь нашей области на всероссийских соревнованиях. Наши соревнования пройдут в 2 дня. Сегодня соревнуются юноши, завтра девушки. Нам повезло начинать с коня. Как говорится, начало не задалось. И, конечно, на самом деле падение очень обидное. Так, ну твои комментарии по поводу твоего выступления на коне. На коне я очень обидно упал. А так, ну, минус балл. А так вроде бы хорошо сделал, еще почистить ее, и думаю, будет классно.
кольца. Полностью согласен. У нас большой пробел на этом снаряде, как и на опорном прыжке. Так что впереди нас ждет большой объем работы. Думаю, скоро мы заметно подтянем эти два снаряда. Итак, интересный момент. Выступление Егора на брусе. Смотрим, как разрешится наш спор. Да, пока что ему не удается справиться с волнением. Это новая комбинация для Егора, и он впервые выступает с ней на соревнованиях. У Данила комбинация проще, чем у Егора. И в целом он справляется лучше, чем обычно. Конечно, недочеты видно невооруженным глазом. Но здесь нужно учитывать то, что еще в начале этого учебного года он умел выполнять только махи в стойку. И за такой короткий промежуток времени нам удалось подготовить новые для него элементы и собрать в комбинацию. Так что в целом я доволен выступлением Данила на брусе. К концу соревнований Егору удалось собраться и довольно хорошо выступить на перекладине. Данила с Егором одинаковые комбинации на вольных упражнениях. Егору удалось справиться с программой лучше, чем Данилу. Соревнования закончились, и настало время подсчета результатов. Кстати, мне очень понравился один момент. В то время как судьи вели подсчет баллов для выявления победителя, были организованы гимнастические конкурсы для всех участников. И на одном из них Егору посчастливилось выиграть сладкий приз. Держи! Выиграл! Да, хотя бы что-то. Очень хороший подход. Мы не успели оглянуться, как результаты уже были готовы, и началось награждение. Результатом турнира Егор занял 2-е место. Данилу пока что не удалось добраться до пьедестала, но я думаю, главные победы у него еще впереди. Хочу сказать отдельное спасибо организаторам за радушный прием, справедливое судейство и праздничную атмосферу. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующем выпуске.